Всем большой-большой привет! Мы в Словении. Угадали? Увидели за моей спиной знакомую картинку? Если нет, то это Любляна. Сегодня у нас видео в режиме влога. Погуляем, посмотрим, что здесь есть, расскажем, почему и как, что и зачем. Оставайтесь с нами, будет интересно. Уже вышли из отеля. У нас сегодня будет видео в режиме влога. Мы отправляемся в центр Любляны. У нас небольшая встреча. Встреча с нашим учителем по словенскому языку. И мы там пообедаем. Пойдем пешком. Идти нам около 10 минут. Прогуляемся, посмотрим заодно город. На улице, так скажем, не тепло. Плюс один, минус один, лежит снег, до сих пор не растаял, хотя по прогнозу плюс 5. То есть, знаете, получается вот такая ситуация, ночью минус 5, минус 7, утром туман накрывает всю столицу, и ближе к обеду, к вечеру даже, начинает теплеть и становится светлее. Вот как сейчас, можете посмотреть, там солнце пытается выйти. Ну ничего, скоро мы поедем на море, там тепло и солнышко, да, Таня? Здесь очень распространен велотранспорт. Есть даже возможность брать на несколько часов бесплатно. Но сейчас мы в пешей доступности и хотим просто гулять и изучать окрестности. Тихо. Сегодня воскресенье, выходной. Никого нет. Идем на ощупь. Нам кажется, что центр там. Серьезно? Конечно. Слушай, давай посмотрим. Нет, мы идем к замку. А замок там, значит, там и центр. Бросается в глаза, что очень много граффити на стенах. И вот, как вы видите, видимо, это свежее, и хозяин отмывает. Я думаю, что эта улица – это местная достопримечательность, где можно что угодно рисовать на стенах. Да-да-да, вспоминаешь, Таня, этих драконов зеленых? Вот они. Там замок, а мы давай пройдем. Пошли здесь. Вот, солнышко выходит и сразу настроение поднимается. Так намного лучше. Впереди я вижу, работают рестораны прямо на улице. Стоят обогреватели, как везде, в Греции, Венгрии. Ну и в других, конечно же, европейских странах. И это не мешает, то, что сейчас на улице 0 градусов. Давайте поднимемся на мост. И что я вижу? Тоже традиция вешать замочки. Сколько же здесь замков? Интересно, их убирают со временем? Даже здесь вот прилепили. Ну и вот мы уже вышли на площадь Прешерна. Здесь новогодняя елка установлена, еще не убрали. Самый-самый центр. Мы перешли через мост на другую сторону. Идем. Смотрите, там какой трамвайчик, наверное, для туристов проезжающий. Вот. Мы тоже ходили здесь, если вы не смотрели наше видео, посмотрите летнюю Любляну. Вон там, помню, сейчас мы завернем, и там будет магазин с шоколадом, с солью. Алисин любимый. Может, сейчас сразу зайти. А, сегодня ничего не работает. Зайти надо будет обязательно привезти детям вкусняшки. Они ждут. Так, подожди. Написано? Не написано. Вы знаете, что я коллекционирую вот такие люки с разных городов или стран? У меня уже коллекция собралась, но здесь ничего не написано, поэтому, ну, ради дракончика, наверное, можно. Ну, ладно. Подписывайтесь на наш инстаграм, там все увидите. Слушай, а там тепло ведь в нем? Он закрытый? И, в принципе, прикольно, надо как-то прокатиться, наверное. Не сегодня, но было бы здорово. Солнце такое замечательное, просто замечательное солнце. А вот, наверное, это и лавка с шоколадом. И я думаю, что она сегодня работает. А по соседству Российский центр науки и культуры. Символ Любляны. Дракончики зеленые. Шоколадные. Открыто. Так что нет у них выходных. Как там красиво и все вкусно. И мед, и разные сладости. У нас сейчас просто нет времени, но мы сюда обязательно зайдем. Музыка играет возле этого заведения, прям зазывает нас. Здесь местная кухня. И, может быть, даже мы сейчас сюда заглянем, посмотрим, что нам дальше посоветуют.
хочется вкусняшек местных именно. Классно, когда есть картинки, сразу все понятно. Вот они пршут местность. Что это? Курочка, наверное, да? Не знаю, я хочу есть уже. Плескавица. Ну что, мы встретились с Дарьей. Да, привет. Добро да. Добро да. Все, что я пока запомнила. В общем, достаточно. Да. В общем, спонтанно записываем видео. Даша была не готова, но... Сегодня я буду гидом. Пару слов, где мы находимся? Мы сейчас находимся, ну, в Любляне, в Словении, собственно, на главной площади, которая называется Площадь Прешерна. Вот это его статуя. Кстати, он смотрит на свою возлюбленную. Вон там, видите окошко? Да. Это Юлия, это была его возлюбленная. Это так специально сделано, что статуя как будто бы смотрит вон туда. Все, пошлите есть. Пошлите есть, очень холодно. Ну что, друзья, все, заходим в нашу гостиную. Гостиная — это ресторан, называется «Сокол». Ну что, мы уже разместились в ресторанчике, такой красивый здесь интерьер. И вот изучаем меню. Глинтвейн 2,50, сырная нарезка 9 евро, пуршут 9 евро. Вот тоже колбаски вкусные местные 11,50. Также здесь есть и пасты. А пока мы ждем наш заказ, я хочу задать пару интересных вопросов Дарье. Все-таки стоит нам переезжать в Словению или нет? Какой ты видишь для себя эту страну? Хорошо, вообще страна очень красивая, она очень зеленая, это, наверное, мне больше всего нравится в Словении. Но она очень спокойная. То, что нужно. Ну, кому как. Потому что, нет, на самом деле, я знаю очень много русских людей, которые переехали в Словению, и они сказали то, что страна скучная. Вот, нет, на самом деле, то есть, если вам правда интересна жизнь такая спокойная, размеренная, ну, то есть, грубо говоря, единственные тусовки — это поехать на озеро. Это на море, например. Например, мне, например, все равно на море, если честно, как бы. Я не туда попала немножко. Нет, ну да, то есть очень много красивых природных мест. Если вас интересует более такая активная жизнь, то, наверное, нет. Если природа, спорт, например, особенно походы в горы. То есть да, Словения как бы для спокойной жизни. Очень красивая, много природы. Переезжайте в Словению. Ну что, друзья, давайте дегустировать. Начну я, наверное, с сыра. Я так понимаю, здесь три разных вида сыра. Здесь перец или орешек внутри. Ну ладно, давайте возьмем еще пршут. Так, ну-ка. Безумно вкусно. Таня по-другому берет сыр, макает туда в мед. Даша, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в Словении? Как сюда вообще попала? Это очень интересный вопрос, потому что я никогда не планировала переезжать в Словению. На самом деле, моя мечта была Испания. Я всегда хотела учиться в Испании. Я для этого как бы испанский язык выучила. Но нет, на самом деле история очень интересная, потому что я всегда туплю, когда мне задают этот вопрос. Я сама не знаю вообще, почему я сюда приехала. Нет, на самом деле, потому что мои родители присматривали тоже безопасную страну, да, где бы мог учиться их ребенок, и как бы, соответственно, в Словении им очень понравилось. Ну и дешевле, конечно, было. И вроде и страна красивая, и вроде я такое все зелененькое люблю. Ну и язык похож, как будто бы, ну, то есть много было факторов, и решили в итоге, да, уж ладно, в Испанию как-нибудь попозже, сейчас в Словению. Нет, на самом деле, вот я сюда приехала, я не пожалела, мне очень сам по себе страна понравилась. У нас тут Тане принесли десерт национальный, словенский, видите, флаг даже. Отлично, отлично. Вообще, как любой язык выучить, нужна практика, да, то есть вот я очень сейчас прям рада за ребят, приехали, заказали сами все по-словенски, обычно я встречаюсь с русскими людьми, они: «Даша, давай заказывай, Даша, мы хотим это», они приехали, сами все заказали, прям, ну, соответственно, фразки записали, да, но на самом деле самое главное, конечно, практика, поэтому как можно больше говорить, как можно больше знакомиться, ну и по ресторанчикам ходить, заказывать, с официантами общаться. Ну а мы подошли к очередной достопримечательности Любляны. Как вы можете видеть, это... На самом деле, это не простое мусорное ведро, потому что его просто так не откроешь. То есть, например, человек будет проходить, он не сможет его открыть. Вот эти вот мусорные баки, которые вы сейчас здесь видите, они, как правило, связаны... Ну, например, они принадлежат четырем домам. И у каждого дома есть карточка такая определенная, которую вот можете сейчас прям показать. Прикладываешь вот сюда... Эта штука автоматически открывается, ты выкидываешь мусор, она закрывается, да? То есть это для здешних жителей, я думаю, это вот эти вот как раз дома,
да, то есть, как вы видите, там такая большая яма, мне тоже было интересно, ну, просто, как бы, я тоже с России, да, и я один раз открыла, я прям смотрела, что там внутри, как бы, она глубина ее примерно 3 метра. Это улица магазинов, причем самых дорогих в Любляне, это я вам говорю, как бывший турист, да, который раньше об этом не знала и просто закупала все, что здесь есть, потому что здесь очень много самых классных сувениров, очень красивые. Над Любляной опять туман. Время действия солнца закончилось. Но в этом что-то есть, кстати, в этом что-то есть. Можно, знаете, вот, блин, интересные фильмы снимать вот в такую погоду, конечно. А сейчас я вам хочу показать наш номер, где мы остановились в Любляне на 3 ночи. Это, собственно говоря, туалет с душем и небольшая комната. Всего 18 квадратных метров, нам это на 3 дня достаточно. И у нас сейчас такой вот интересный вид. Если бы не туман, можно было увидеть замок. В общем, здесь до центра 10 минут пешком. Мы идем на важное дело. Сегодня у нас такой очень серьезный день. Мы открываем юридическое лицо, точнее, подаем документы, а рассматривать будут в течение месяца, а бывает и дольше. Мы сейчас максимально пытаемся погрузиться в среду. Мы идем на остановку. Сейчас купим карточку Урбана. Карточка Урбана – это проездной документ на общественный транспорт в городе. Это проездной документ. А сейчас нам еще нужно также его пополнить, объяснить, как это сделать на словенском, в общем, и поехать на автобусе. Мы специально это все пытаемся делать, как местные жители, да? Кстати, вот очередные мусорные баки. Ну, они находятся в везде центре. Везде в центре такие вот они. В Любляне очень много таких вот станций подзарядки электрических автомобилей, электроавтомобилей. Вот, это всего лишь Шкода, и она электрическая, да? Вот каршеринг электро. Что касается погоды, нам говорят, как всегда, когда мы куда-нибудь приезжаем, это у нас такой погоды никогда не было. Не знаю, что происходит. Это ужасно. Что это такое? Так, вот наша автобусная остановка. Здесь мы будем садиться на автобус. И вот в этом киоске мы должны приобрести билеты. А легко картица Урбана? Я? 10? 8 евро наполним, а 2 евро картица. Я. Найлепше хвала. Вот так выглядит карта проездной на автобус. Можно подходить в этот киоск и пополнять сколько нужно. Я хочу вам порекомендовать одно приложение. Если вы передвигаетесь на общественном транспорте в городе, по Европе, в любом городе, называется Moovit. И, к примеру, вот я сейчас нахожусь, вот он определяет ваше текущее местоположение. Нам нужно доехать до данной автобусной станции. Я вбиваю маршрут, отправление сейчас, и вот нам нужен 25-й автобус, ехать 22 минуты. Вот, все понятно, удобно и реально работает. Мы проверили это в Салониках, мы проверили это в Будапеште, и сейчас, я думаю, все у нас получится здесь, в Любляне. Ну что, ребят, мы доехали, но доехали не без приключений. В общем, сразу же через остановку зашел контролер, проверил, не зайцем ли мы едем, проверил нашу картицу. Проверил, что за 2 билета мы заплатили, все хорошо. Но тут же заходит другой проверяльщик и проверяет вакцинацию. Мы начали доставать свои документы, он увидел, что мы вроде что-то достаем, и он прошел. Нам повезло. Ну, вот в этом административном учреждении мы и будем открывать компанию, точнее подавать документы по соседству. Коттеджи.